есть стабилизация. Ну, я так понимаю, расстояние есть. Еще большое. Нет, нормальное расстояние. Какая? Ну, стреляй по годам, ага. Как после попадания скажешь, я скорректирую вертолет. Я вижу, да? Я не долетело. Вторую. Не долет. Давай. Вообще не долетело. Хотя дальность, ну, точно больше по шкале. Может, шкала неправильно? Ну, может быть. Блин, у меня раскачка вертолета какая-то есть. Есть, попадание. Следующий давай. Блин, кто, где, я не да вижу, любую, где. А вот видно. Стрельни. Ушел. Виду. Включи. Виду. Есть, все. Выключаю. Давай, уходим. Уходим. Нас, кстати, примерно так же убили тогда, вот на этом рубеже. У нас ловушки еще есть, включил? Да? Да. Работают? Да. Ну, по крайней мере... А, нет, подожди, не отстреливаются, жмут. Там лампочки должны красные гореть. Когда работают. Не горит ничего. Я активировал. Хорошо. Работают? У меня нет. Лампочки не горят? Не горят. А у меня... Но отстрел, отстрел идет. Вижу. У меня загружает. А сейчас дальность 7,5. Я понял. Отсюда. А, я понял, почему я неправильно дальность определяю. Ты нубасика. Потому что я в зуме это делаю. Так в зуме надо, по идее. Тогда неправильная дальность определяется. Сейчас дальность до цели, знаешь, какая? От нас. Смотри. Витя, ну быстрее, сейчас стрелять надо будет. 4 километра. Ну давай, стреляй. Готов. Же, уже давно пора. Пускай. И сразу уходим. Выключай. Ловушки. Пошли, сброс. Все, уходи. Блин, ну как тебе геймплей-то, в общем? Да нормально, опять тур прошел вверх, выше. А, выше? Да, выше и сзади взорвался. Может, нужно куда-нибудь в нижнюю часть целиться, там, под гусеницей? Да я попробую. Я, наверное, я попробую зушку сначала завалить, которая по нам работает. 5 километров. Так, давай, сам стреляй, как по готовности. По готовности. Ага, далеко еще пока. Уже? Сейчас буду. А нам уже трассеры идут. Работаю. Давай. Все, уходим. Выключай. Да? Да. Все нормально. А я видел попадание. На армии не сможешь? Блин, может на армии сейчас тогда? Там еще кто-то стреляет. Там еще танк стреляет по нам. На армии опасно? Там не танки, там стационарные пулеметы. Это пулеметы стреляют? Да. Это не танки. Ну давай на армии отработаю на следующий заход. О, еще один птур туда летит. Блин, на самом деле так это страшновато, так близко подходить, непривычно. Когда на газельке летаешь, оно как бы ты везде прячешься, на К-50 ты просто далеко висишь, а на Мишке ну, особо не спрячешься никто. И не особо-то далеко. Так стрёмно как-то немножко. Опа, по нам попадание. Хотя мы уже за этим... Да, у нас дырявый этот левый борт. А, еще у нас правый двигатель. У нас оба двигателя сдохли. Прям очень сильно. Прям в нули, но только что обнулились. Не долетим? Не знаю, либо у меня датчики сдохли.
Да, проблема есть, потому что у меня гирокомпасы все. Ладно, давай пробуем дотягивать. У меня все датчики всех двигателей задохли. Ну, у нас попадание в двигатель есть. А где наша база-то? Сейчас я тебя направлю. Все правильно, летишь. А, только справа теперь... Нам пуск! Фух, мимо прошла ракета. Откуда пуск был? Лево. Саша, направо, вправо принимай этот курс под 90 градусов. Я боюсь, мы через лес не пройдем. Господи, вообще. Все, база у нас у тебя по правую сейчас это плечо. Ой, такое ощущение, как будто падает. 5 километров, курс 302. Да, скорые обороты падают. Да дотянет. Потихонечку. У тебя курс показывает? Ли? Нет, не показывает? И, да, правильно, все. Да хз. Вот так держать. Давай, родненький. Спаси нас. Блин, какая-то пулька перебила все. Хрена пулька, ты бы видел у нас там что сверху. Там просто такая дырень отсюда. Точно прямо идти? Да. Тут лес. Все нормально, ты только это повыше поднимайся. Мы повыше не можем, вроде как. Не можем? Да, я бы рад. Аккуратненько. Я боюсь, ну... Правее только прими потом, а то нас сносит влево. Я понял. Я боюсь увеличить шаг винта, что нам просто тяги не хватит, и мы упадем. Еще вправее, если что, 10 градусов. Пройдем. Вон это. Все, вот так. Вон, Мишка, видишь, летит, взлетел оттуда. В правую сторону. Я вроде вижу. Там, блин, тени вообще ни хрена не видно, но я примерно понял по зданиям. Все, правильно идешь. Осталось 1.5 километра. Вон впереди Т, видишь? Какой Т? Как ты отсюда вообще? Вон насыпь, видишь, впереди зеленая. Все, подходим. Да, я вижу уже площадку. Площадочку. Питание включилось! Отлично! Газуй! Возвращаемся! На войну опять. У меня тоже заработало, все запищало, все, горизонт восстановился. Сейчас я развернусь. Все-таки, думаю, надо починить. Проводки там какие-то. Да, Саид починил, в кузове тут сидит у нас. Так, я эти отключаю все системы пока. Так, опять рубанулось все питание. Это не я. Это генераторы у нас задыхают. Я отключаю системы, чтобы не нагружать их. Я отключил. Давай. Ой, блин, не получилось. Живой хоть? Винт-то целый? Винда, нет, все целое. Все целое. Короче, я понял, почему Ремонт заказывай. Все. Блин, ну-ка. Почему я получил управление? Я сдох, потому что, походу. Ну да. Прыгай на вторую кабину, вырубай эти топливо. Не могу, не нажимается. Да. Ну тут все как бы ГГ. Короче, да нормальный целый вертолет. Сейчас попробую починить. На шасси стоим. Главное. Короче, да, генератор у нас задыхали. Движки подбиты. Да все целое, все здесь. Починим. Ну понятно, что... Го? Уже близко? Пускаю. Попадание. Уходим. Не, мы, наверное, можем было бы, конечно, еще одну, но рисковать.
Да что-то боюсь, тогда я, по-моему, видел скоро чела. Ловушечки на всякий случай отстрелю. А там еще что-то есть, не? Да. Там МТЛБХ, по-моему, еще стоит. А такое же есть что-нибудь? М126, М1126 там. Это страйкер. Вот, и беттер там стоит. 80-й. Ну, я не МТЛБ, а беттер я перепутал. Казалось. Ну, так, страйкер давай убьем. Не факт, что ловушки отстреливались, если честно. Смотри, страйкер отобьем, беттер птурами. Ой, птурами эти. Не, я думаю, все можно птурами. Все это... можно? Да, у тебя еще... Ну, за один заход мы сможем, в принципе, все грамотно. Два. Над нами мишка проходит. Да, плохо. Не, у нас еще три птура. А, у нас три птура, ну все, нормально. Давай, разворачивайся. Так, немножко, конечно, некрасиво разворачиваюсь. Ну, по топлику, конечно, мишки надо сливать. Если берешь вооружение, минус 50% топлива надо. Давай на курс. Включился. Тихо-тихо, не дергай. Так, ищу страйкер. Вижу страйкер. Подходи. Давай, бой за один заход. С одного птура. Ну тогда да, вот так, наверное. Блин, сколько, интересно, сейчас дальность для них? Да, где-то 4. Я думаю, нормально. Давай. Готов? Да, давай. Пошла. Попадание. А второго. Подожди. Не вижу. Блин. А его только что, по-моему, попали, не? Взрыв какой-то был. Вижу. Не знаю. Вот где ангар, где белый ангар. Вижу. Пускай. Давай. Отлично. Все. Изи. Нате вам, ха-ха-ха-ха-ха. Там как бы челики стоят, они могут нам зарядить. Да, я им сам зарядил. Ладно. Летишь, да? Правильно, курсом. Да, вижу так, цель, ну, вижу, блин, цель. Блин, мы уже подходим жестко. Я что-то только сейчас... Стреляет по нам, прямо по курсу. Да, вижу, держи. Сейчас я его накажу. Пук. Да ничего, не ссать. Да никто не ссыт. Просто пульки в лоб получаем. Есть попадание. Все, уходим. Вообще кайф. Ловушки пусти на всякий случай, а то я чуть не уверен, что у меня работают. Работает у меня. Отлично. О, пульки падают еще. Ну там, в смысле, там не только гепард был, и к тому, что... А ты поэнергичнее маневр совершай. Да я боюсь поэнергичнее. Хвост отвалится из-за рассинхрона. Все, уходим на перезарядку. Все, мы все отработали. Кайф. Как найдешь, скажешь, я выровняю вертолет на цели. Так, вижу цель. Выравниваю. Надеюсь, это не сгоревшая. Выровнял. Так, о, нифига там долбежка идет впереди. Видишь, трассера? Война. Да там, блин. Война никогда не меняется. Да, лети пока этим курсом, если что, я ищу еще к цели. Где-то прячется еще.
вроде он. Блин, вот у меня есть подозрение, что это может быть та техника, которую мы уже уничтожили, ну ладно. Да, но надо ближе подойти, я все равно не вижу. Далековато она еще очень. Нет, а техника вот она, по-моему. Вижу еще ближе слева. Вот, вижу, да-да-да, правильно. Да, туда. Давай. Он ближе, да? Хорошо. Тот, ну, по нам, кстати, подходит. Стреляет, который ты первый заметил. Работаю. Еще один из кустов появился. Работаю. Давай. После него сразу выключай и отходим. По нам попали. Мы никуда не отойдем. Все, сильно? Уходи, уходи, уходи. Да, да отойдем, все, целый. Нет. Прыгай. Как прыгать? Как выйти? Блин. Короче, там из-за деревьев показалась еще одна зена, которая начала шмалять. Вы покинули экипаж. Так, ты там подзамедлись, если у тебя есть возможность. Ближе, вижу. Есть, чуть ниже, ближе. Левее, ага, во-во-во. Вижу, 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 вижу. Его первого. Работаю. Я надеюсь, долетит, потому что, мне кажется, далековато пуль, ну. Ну, туров еще много. Ли, перелет. Сейчас, погодится. Давай. А-а-а! В смысле, не работает. Давай, о, вырубай, работает. Вырубай, вырубай. Нет, держи, держи, держи. Давай. Есть. Следующего успеешь? Вверху, да. Справа. По нам попали. Вырубаем. Уходи. Попали. Попали, гады. Они что-то повредили. Давай, интенсивнее, интенсивнее, крути. А, вон он, сука, из леса стреляет. Ган... который первый раз. Он мне что-то повредил, у меня управление немножко это сбилось. Да нет, вроде мы целые. Да? Ну я прям почувствовал. А, хвост немножко прострелян, но... Да? Да, ну вроде нормально. Левая турбина повреждена, мне кажется, двигатель. Ну, по приборам нормально вроде все. Все, если что, я готов еще отрабатывать. Подожди, отойдем. Так, а он в лесу, надо с другой стороны может зайти? Да. Там, блин, давай. Пригор. Надо того дальнего отработать. С юга давай зайду. Че, по управлению нормально? Ну, пока непонятно. Ну, такое ощущение, как будто автопилот сбился, но я смотрю, он работает. Пока не ясно. Сейчас отойду. Можно уже разворачиваться, мы его увидим. Да, я понимаю, можно было и не отходить никуда, мы его видели. Давай, через горочку попробуем. Небольшую. Так, ты включай прибор, его найди, но пока не стреляй. Не надо это... Ой-ой-ой, тихо-тихо, не заваливай так сильно, вижу его. Вообще не сильно. Я не вижу, твоя марка не двигается. Все, понял, давай, можешь стрелять. Подожди. Не, прямо по курсу, или нет? Да, это сгоревшие цели. А где тот, кто стрелял? Он где-то здесь. Где-то вот тут прятался. Трассеров не видно пока. Блин. Можешь отойти еще раз второй круг? Да, погоди, мы найдем. А вот эти два сгоревших, да, стоят? Да. Да они, боже, по нам лупили. Блин, мне кажется, справа след светит. Вижу, 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 вижу. Это сгоревший. Сгоревший? Блин, стреляет, отходим. Выходи. Вырвем. А вон он вообще, мы не с той стороны. Я нашел, да, я видел. Давай, давай, интенсивнее. Блин, ну мы так нормально получаем от него. Он, наверное, сам. Ладно. Тот, блин, убить их не могу. Вот козлы. Летают.
Странно, куда она попадает? Мы походу танкуем. Да, думаешь, третий раз нам повезет так же? Думаю, да. Ну просто сейчас. Надо дальше отойти, чтобы было больше времени на поиск. То в спешке так ищем. Ну смотри, курс должен быть 36 на него. Да, и он, получается, ты левым виражом заходи, и тогда мы на него будем выходить. Да, он у нас был, получается, левым, справа. Левым очень неудобно это. Ну, я зайду левым. Че, можно, наверное, сейчас? Да-да-да, уже потихонечку давай. Ой-ой-ой. Опасно, да? Да. Лишь бы не свалиться. Ну, вроде она не сваливается, мышка эта. Что, врубая? Давай, ищи его. Я повыше его попробую подняться. Ой, завалено так сильно. Че, завалено? Да, ну ничего, ладно. Справлюсь. Он где-то, да, в этой стороне должен быть. Попробую, да. Да, где-то. Вот он, зараза. Далековато, но ладно. Сейчас поглянем. Да я заваленным, подожди, не трогай. Ты бы видел, с каким... Я хотел выровняться, чтобы поровнее. Да все нормально, все хорошо, держу. Есть, неплохо. И дальнего еще нужно отработать. Вижу его. Он едет. Это вызов. Пустил. Завалено, еще в движении. О, остановился резко. Кайф. Попадание. Каев вышел. От него зелень такая полетела. Эх, из. Так, ну все, вроде супостат уничтожено, да? Да. Ты выруби питание тогда сразу, да, чтобы я гироскопа... все выключу, ага. Чтобы сбросить. Так, здесь да безопасно. Можно даже на Крым приземлиться. Сейчас смотри, С24 промахнулся. Там Мишка по ДРО, Роланд впереди, короче, смотри. Вышка радиолокационная будет. По ней можешь отработать. Где она? Если успеешь. Она у нас по... Ой, по ней летит что-то. IP54. Скажи направление. Да, курс 29. 2 километра. Смотри, этот... АИМ 120 в кого-то летит? Ну, не знаю, ну ладно. А у нас чуть-чуть левее эта вышка. До радиоакционного обнаружения. Я ее не вижу, пока далеко она. Она вот, она под нами, прям, смотри, слева. Вот, видишь, че... там чел стоит. Да не вижу, там... как я тебя должен видеть. Прям вот над ней пролетаем. Слева стоит. Вот сейчас она прям по левому трассеру вниз. Трассер я видел, да. Вот она у тебя сейчас прям слева. А, все, вижу ее. Она такая, как... Да, я вижу. Туда не лети, да, а то она... этот дурак по нам попадет. Ды-ды-дыщ. Прикольно. Он промахивается, он косой. Давай заберем. Сейчас я... Блин, я тоже могу промахнуться. Так, нары заряди. Нарами точно не промахнешься. Не, здесь он... это упреждометр же не очень корректный. Давай! Гаси! Выше! О, отлично! Попадание. Все горит. Кого-то сбили только что. Да, вон слева. Самая эффективная мишка в игре? Не, я считаю, что мы довольно эффективно летаем. Самая эффективная мишка в игре. Там десятки летят вверху, их сбивают.